Будет темный фон, стол, а на столе все атрибуты того, что является пороками. И будет сидеть человек. Идея очередного социального ролика может застать Любовь Силину где угодно – на работе или дома за чашкой кофе. Первое, что делает девушка – проверяет, не использовали этот сюжет ранее. Затем воплощает его на бумаге. Когда рисуешь на бумаге, ты вкладываешь душу. А когда ты вкладываешь душу, даже если немножко не совсем хорошо нарисовано. Я не профессионал в этом деле, я не профессионал в видео. То есть я рисую то, как я чувствую. А иногда это в роликах, неважно какого они качества, это всегда ощущается. Однако недавно девушке пришлось отказаться от любимого материала. На фоне перенесенной болезни развилась аллергия на бумажную пыль. Пришлось освоить графический планшет. С помощью него и будет нарисован ролик для следующего отражения. Темы девушка выбирает близкие себе. Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек и даже соблюдение правил ПДД. Однажды любовь попала под машину. Прошлого года, который был грехом. То есть оригинал выглядит на бумаге, очень-очень-очень много листиков, которые каждое движение рисуется на одном листе. Для минутного ролика придется нарисовать около 500 рисунков. На это у девушки уходит около 2 недель. Однако свою гордость, первый и самый длинный мультфильм «Сделай правильный выбор» нарисовала буквально за одну ночь. Вообще, когда я первый раз снимала, это я была в общежитии, я практически снимала на телефон. Я на холодильнике сделала закрепки и туда просто вставляла листики, на которых был нарисован мультик, снимала, а потом в программе просто их монтировала по кадрово и все. Там даже в первом мультике даже видно, где палец у меня мелькает, потому что листы отходили. Все свои работы девушка отправляет и на всероссийские конкурсы соцрекламы и тоже занимает призовые места. Кристина Добровольская, Михаил Величкин, программа «Город».